Итак, друзья, всем привет, с вами Overwarrior, мы продолжаем игру, точнее, прохождение этой игры, Call of Duty 2, поехали. Седьмое декабря 1944 года. Войска союзников пересекают границу Бельгии с Германией и сталкиваются с ожесточенным сопротивлением немцев близ городка Бергштайн. Высота 400 является ключевой позицией. С нее немецкие наводчики наблюдают за всеми маневрами союзников в радиусе нескольких километров. Заградительный огонь немцев приводит к многочисленным потерям среди войск союзников. Второй батальон американских рейнджеров готовится захватить высоту 400, чтобы лишить немцев тактического преимущества. 6 декабря 44 года, 12:30, Бергштайн, Германия, сильные дожди, плюс 6 по Цельсию. Последние несколько недель мы держали оборону на территории Германии, в нескольких милях от границы. Мы тряслись от холода и дождя в одиночных оконах. Оконах. Извиняюсь. Неадекватно сегодня какой-то. Да, это серия. Восьмая, то, что начинает выкладываться, это подряд просто идет. Я там был адекватный. Круглосуточным, беспорядочным артобстрелом нашему взводу было приказано дойти до дальней окраины Берштайна и обеспечить плацдарм для завтрашнего боя за высоту 400. Все лучше, чем сидеть в окопе. Окопе, не окопе. Надеюсь, что снаряд пролетит мимо. Кто хочет, чтобы мы примерзли задницами к этому холму до завтрашнего вечера? Но сначала мы должны выбить ганцев из этого городка. Не отходи далеко! Вот. Сначала у Рэндала был немножко другой голос. Вот в начале этой миссии. Но теперь-то у него уже его собственный голос, и мы это знаем. Так, давайте убьем его. Гад-то не пердит там, а? Упс, он упс. Гад вы основной, понятно. Вампир, что ли? Вы мне глаза видели, я немножко вздрогнул. Внутри себя. Задницами к этому холму до завтрашнего вечера. Но сначала мы должны выбить ганцев из этого городка. Не отходить! Окей, идем! Я представляю, какая у них там погодка. У нас такая же только... Немного теплее погодка-то у нас. Хоть она и такая же, но она у нас 4 градуса теплее утром. Такса, я утром куда-то отходи. Меня опять убивают, я не понимаю, почему. Они, у них что-то с этим. Видимо, из-за модов у них какой-то шмайзер. Ну, шмайзер, да, шмайзер другой. В общем, их основной автомат, он у них сильнее, чем должен быть. Понимаете? Давайте здесь сразу туда сейчас грант напихаем, просто... А, блин! Заходи, заходи, блин! Жопа! Не, не может пройти свою жопу, уперся, пройти не может. Упс. Как раньше мы такие здания на легке зачищались, но... Чуть-чуть сюда приперлись, мы должны были там, эти гранаты взрываться, но... Блин, в курсе, что начищу. Это, извините, что-нибудь такое, не дальнее, а ближнее. Ну что такое? Дырка, я... А, точнее, здесь надо вот это... Что-то такое подальше, так... Так, автомат! Пулемет! Я извиняюсь! Перепутался. Тебе сейчас такой американо устрою! Че, яйца больно, да? Они тебе больше не понадобятся. Мы тебе яичнику запекли, не надо. Так, давайте попробуем тут зачистить, если там что-то еще осталось. Да, тут мусора еще много. Так. Да, действительно, тут было всего-то 3 мешка мусора на втором этаже. Вот так мусора было порядочно. Надеюсь, на последний. Что-то не больно.
Есть пулемет, имеется. Так, говорят, имеется. Сверху сквозь текстурки мы видим вот это свечение. Пулемет, не гони! Вижу, го там какое заграничение, огонь. Я думал, ты сдохну. Это слабенький пулемет. Давайте по окнам попытаемся. Окей. Какой же косой этот автомат. Что не скорострельный, в общем. Говно, это не автомат! Извиняюсь, ну что тут. Связки болят сегодня. Окей. Там был такой же дом. Помните, мы зачем двигали еще осталось? Три мешка мусора всего в доме. Он такой же, этот дом. Только тут немножко вот эти вот декорации немножко по-разному. Понимаете? По-другому точно. Далеко. Я не думаю, что мы будем говном, они автоматом что-то тут сделали, блин. Больной такой. Американо! Ой, понос! Понос полетел у них! Я есть мужик. Ой, это тут привет! Я чуть не распрощался с жизнью. Ведь сейф мой очень далеко. Где, блин? Первый взвод! Один Рэндалл. Эта дорога перегорожена. Срежем путь на восток. Последний. Раньше я здесь не один был. Ну ты говоришь-то. Раньше здесь реально я не один с Рэндаллом был. Раньше здесь было много людей, но... Видимо, их убили. Я не представляю, как бы тут на ветеране было. Там, наверное, и спавнинг NPC чуть занижен. Чтоб прям чувствую, что как-то сложно. А может повыше? Неизвестно, ребят. Так. Картинки, думаю, не буду делать, у тебя лениво, жопа, я прям записал серию. Свернул игру, поставил, чтобы загружалась на YouTube. Пошел следующую записывать. Все, давайте, побежали дальше. Что-то нам делать-то. Просто у меня есть патроны. Итак. Хозяева мусор не забыли вывести. Молодцы, не зачем убираться. Ну, хозяев уже нет. Ну ладно. Это мне стрельнул, у меня. Понятно, не так, забросил. А я успел. Точнее, ничего не успел выстрелить. Да, ты говорил, хозяева успели. А, да давай, типа, ничего не было. Типа, мы не умирали. Хозяева вышли. Ну, что там говорится? Вот меня вот это вот и бесит. Вот откуда они просто взялись, а? Ну, конечно, блин. Конечно, блин, что же тут делать-то? Гранат везде понакидали. О, зашибись, а вы че Рэндалла-то не видите, что ли, нахрен, а? Вы-то там вообще откуда взялись, ублюдки жирные, а? Ненавижу вас! Немецкий чебурашка. Укуси меня за яйцо. Блин, как больно-то, а? Ну ничего, будет еще больнее, когда яйца. Да яйца-то не трогай. Новое, не тебе. Да не тебе. Не тебе, сказал! Тебе. И больше никому, поскольку никого здесь нету. Где ж свои-то оказались, точнее? Рэндалл. Рэндалл. Спасибо, что мне не открыли. Я войду, проверю. Кажется, мы знаем, какое это у нас, да? Да? Либо тут у них у всех строение одинаковое. Он сейчас еще будет стрелять, смотрите. Блин, его просто... Он просто стрелял бы сейчас так такой... Блин, вампир, что ли? Либо...
Так как он там заболел. Заболел. Красно. Чем там заболеть-то? Как ты нога в текстурку застряла? Так. Этой! Блин. Прыщевидной болезни. Так, сейчас вспомню, скажу. В общем, когда прыщики везде вылезают. Забыл, короче. Я ему в кепку попал, он сказал, а мне не буду. А, вот этих мужиков звали. Моей команде выбиваем двери и кидаем гранат. Готовы? Пошел! Гранат на отжиг! Иди кум! Шевелись! Блин, Петро! Мы такие забегаем, такие... О, вон он, мужичок! И все говна. Ну, что такое-то жирное? Рэндалл, у меня граната. Ну, эта каска пошатывается, посмотрите. Она же сюда такой. Минолет принцев на церковном дворе! Доставьте минолет и заткнуться! Вы должны очистить эту церковь, Тейлор, ты ведешь! Как-то тут чудно игра, так думает долго. Скрип что ли не сработал? А. Просто Домингес не подбежал, дверь мне открыл. Куда вы гидрянте докидаете? Нас там нет никого. О, ладно, все, въехал! Тему понял. Больно было, ничего тут не скажешь. Ребята, бегайте. Слава богу, у них скрипт на это срабатывает, чтобы мы бегали. Так, это у нас, по-моему, все не высота 400 пока что. Как говорилось, там, где там, в мойке. Куда нафиг взрывчатку? Здесь нет никаких взрывчаток. Здесь только куча немцев, которые никогда не промахиваются практически. Вот их троих одинаково немцы попали. Успел ее перекинуть. Две точно не успею. Чудок что ли? И на щеде Эдриан, а ты потрачу. Хорошо, ребят. Мы собираемся тут окапываться и ждать остальную часть тропы. Будьте начеку. Могут быть контратаки. Тот холм на севере кишмя кишит фрицами. Завтра утром мы им доберемся. Рассеяться! Не договорила. 7 декабря 44 года, 5:30, Бергштайн, Германия. Облачно плюс 7 по Цельсию. Потеплело немножечко. Через 2 часа мы начнем атаку на высоту 400. Будет нелегко. Минные поля, заграждения из колючей проволоки, пулеметные гнезда. Все это определяет нас. Отделяет нас от вершины на этом холме. Нет. Фу, ё-мо, извиняюсь, что предложение не разделяем. На этом холме не осталось ни дюйма земли, который не был бы пристрелен вражескими минометами. Наш отряд будет обеспечен дополнительными дымами. Извиняюсь, торчик вообще непонятно. Шашками. После такого обстрела на склонах не осталось ничего. Зачем можно было бы спрятаться? Зачем можно было спрятаться?
Капрал Бутыл, вот АД. Рейнджер Бутыл. Фрицы почти окружили нас! Заткнись! Заткнись! Я должен подумать об этом! Хотя лучше думай побыстрее, Бэн! Черт! Не можем сидеть здесь сидим! Мы должны двигаться! Мало все равно, у нас как-то мало. На самом деле, у нас будет больше. Чё-то я. Лейтенант, вот он! Лейтенант Мейерс, вот он... Вот это ему и говорил Рэндалл, типа, думай быстрее, что нужно делать. Мейерс там что-то последний где-то уже бежит. Зигзаг, 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 зигзаг. Зиг, 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 окей. Я Тейлор, да? Кто-то там получил дымовую гранату, что ты несешь? А, дымовушка. Чё он говорит? Кто-то там получил дымовую гранату. Что там там получил-то, а? Никто вот так не догадался, что ли, до сих пор где-то? Вот я только сейчас так догадался, если честно, сделать. Еще вон туда можно. Отпусти меня! Брейнберн. Ну там у нас каюта, там не вернется. И там, по-моему, снайпер. Никого не знает. Ну, ехал, тут и должен быть, я понял. Да, вот снайперка. Ну, ошибся, снайперка, конечно. Так. Чем можно скачать дом, чтобы на этом... И вот на этом была снайперка, чтобы на всех оружиях была, короче, как снайперка. Я раньше снял эту каску, думал, что это получится. Здесь должен еще гранатомет валяться под уровнем. Ну ладно, я думаю. Подумаешь, гранатомет не валяется, который должен валяться, с которого можно. Я помню, что там машина стояла, когда гранатомет валялся, там я вам, короче, расскажу, когда машину увижу. Черт. А я же как вспомнил. Как я давно не стрелял за снайпер, капец. Теперь еще давно там. Обожаю этот баг, вы тоже его, наверное, уже обожаете. Смотрите, как она снайперка сразу становится. Минус 2 я хотел сейчас сделать, но не получилось. Главное просто с шестом еще быть. Вот, ну как его сделать, смотрите, вы заходите в режим прицеливания, нажимаете shift, стреляете и отпускай, ну, и как бы не отпускайте, еще раз нажимаете на режим прицеливания. И баг происходит. Так, ну лично у меня как бы с диском набором. Вот. Меня сюда, короче. Тут говорит, точнее, конечно, что обделались, да нифига там никто не обделался. Рядовой. Да точно, там у них лежачий пулемет. Ой, сейчас не получилось бага. Еще не получается бага. Вот, надо просто быстро очень делать. Все это дело, надо очень быстро это все делать.
Раньше знал, что такое минное поле, на него наступал и взрывался. Вот он не знал, что туда нельзя лучше заходить, потому что там лежат гранаты. Ну, как бы, не дать его. Ну, мимо. Ну, тут-то момент, я не знаю, что такое даже гранаты. Да ладно, я знал, что такое гранаты, шучу. Вот! Вот эту вот машину я не мог с гранатомета взорвать, хотя мы все знаем, что она взрывается, как должна. Вот, я ее, короче, не мог взорвать. Это я ее получил. И теперь сейчас сюда просто заходим и смотрим, сколько там нет. Смотрите! Все видели? Первый псих! Вы видели, сколько там нет? Подумайте, если бы этот псих меня сейчас не тронул. Я, возможно, бы остался живой. Ну да ладно. Так, две нам, думаю, хватит. Ну еще можно одну вот туда. Все. Тут там кидают громовую гранату. А сейчас у нас псих не напал. Так. Я видел какого-то психа все равно. Я просто видел и все. Я знаю и все. Не буду ничего объяснять. Знаю и все. То быстро, то бегом. Определись с выбором, мужичок. И так, что я как-то опять начал скучно говорить, ну-ка взбодриться! Сказал взбодриться! Все! Вот так вот, блюпись! Вот туда я наступал за минные таблички, что там мины. Ой, блин, граната. Вот тут я тоже помню умирал. Вот на ветеране его здесь особо умирать любил. Здесь, ну я не знаю почему. Как бы везде любил особо умирать на ветеране, но как не любил, а в том виде то, что умирал очень много. Вы представьте, просто сколько здесь их здесь убивает, тут надо просто туда сейчас подойти, они так и будут сейчас появляться. Надо просто ближе подходить. Когда будут все ближе подходить, и они не будут просто появляться. Не знаю. Да конечно, нахрен, нифиг под пулю лезть. Каску получи, ё-моё. Пистолетик забей и... Как после этого можно называть это снайперкой? Снайперка, которая не может. Она просто не бьет, смотрите. У нее дача вроде нету, но когда мы находимся в действии, дача у нее сразу появляется, смотрите. Ну есть немножко, да? Мне кажется, я уже зачистил там, в принципе. Вроде отошел, нормально все было, но... Это коловните. Окей. Вот а где он валяется, значит, просто не в этом бункере. Я уже все не... Ага, патроны закончились. Ой, никогда такого эпичного вывела не видела. Может, лучше. Ничего не надо, и так справимся. Ага, ага. Убили. Убили. Все нормально, друзья. Сейчас мы просто подойдем и уничтожим этот пулемет. Блин, как в снайперке хотел.
Такс. Сам ты должен еще. Да, вот он едет там. Я всегда любил его взрывать. Немножко на упреждение дадим. Его можно, конечно, и не трогать, но... Он просто дальше проедет, и все, и там, по-моему, высадится, если я не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь. А я всегда ошибаюсь. Крепились, а, мужики, да? Ну, мы сейчас немножечко вам тут подбавим население. Ой, еще вполне. Немцы, я думаю. Вот это девятая серия, да, или какая? Да, это получается девятая серия. Ну, в 10 серий обойдемся, я думаю. Как раз кругленькая такая чиселька, да. Я ничего не просчитывал, я не знаю, сколько даже миссий. Просто знаю, что вот это. А вот там тут идет вот это, наверное. Я даже не помню, какая за какой идет, но нормально. Нормально. Да. Стиль Гренади. Там должен так-то мужик сидеть. Мужики. Как он меня? Ха! А вот там сейчас даже их куча будет, да. Смачная дрючка. Что? Она только появилась, и я на такой не подписывался. Остался теперь кто-то жив. Так, на наличие гранат появилось. Закидываем! Все, убегаем. Свои-то куда кидаете? Так, вроде все. А то они тут, понимаете ли, закупорились в этом бункере. Да мне по барабану. Где вы тут вот закупорились? О, патроны специально для меня. По-моему, там фулон. Не фуловый, да, если не ошибаюсь, он будет фуловый. Это я просто так взять, типа. А, нам сейчас нужно точки зачистить, да. Там можно, наверное, и так взорвать, но я не буду тратить еще. Патроклы. Убавим бензина. Ребятам. Так, минометные расчеты. Да сдохни ты! Все, ей! Мы типа тут все зачистили. Ну что ж, чем так, что тут осталось парочку отрядов, что ли? Пошевеливайся, живо! Так, ребятки, ей, мы типа все выполнили.
Итак, 8 декабря 44 года, 7:30, Бергштайн, Германия, облачно плюс 7 по Цельсию. Я не спал с тех пор, как мы взяли Бергштайн 6 числа. Мы начали окапываться на вершине холма, строили укрепления из всего, что валялось на земле. Наши укрепления, сделанные на скорую руку, рассчитаны только на то, чтобы перенаправить врага и заманить его в простреливаемый сектор. Проблема только в том, что за последние сутки мы понесли такие потери, что стоять-то особо и некому. Группа ДОК слушает. Прием! Остались только мы. Все остальные либо мертвы, либо ранены. Батальон обещал скоро освободить нас. Но я бы не расслаблялся пока. Немецкая контратака! Контратака! Так типа ранены. Ранены были. Идем! Пошли! Иди туда и уничтожь минометные команды. Пулемет-то сняли, да. Ой, как мы там? Где-то же не там, а? Давайте посмотрим. Ого. Теперь двигаться я могу, вон там я вижу немножко фрицев. Так, постреляем. Так, знакомый звук оружия. Да, я не ошибся, спасибо, друг. Ну как, друг? Я в том смысле, то, что он уже мертвый и не может причинить вреда. А за оружие спасибо. О, если вовремя не убивать, то они просто все сдамбят, но как-то не близко слишком. Что же? Марапудин, Марапудин, Марапудин. Ты уничтожил? Они могут и меня подбомбить, так, в принципе. Патронов дофига, иди смотри просто. Даже можно на пулемет. Так что нельзя его в руки, конечно, взять. По-моему, я раньше видел баг, что ли, был. Такой человек вышел, такой как псих, вот, взял пулемет 42-й и вышел, начал всех расстрелять. Это мне пришлось увидеть только один раз. Один. Но больше я не видел, если честно. Мне тогда было... Сколько там, 9, наверное. Сейчас мне уже 13. Ну как, с октября будет 13. Правда, не помню, какое число. Я не счастливчик, я нифига не помню, какое число. Может, мне как-то скажут, счастливчик, о, ты немножко дал день рождения, тебе не надо его даже что-то ждать. Ну, в принципе, мне вообще как-то на день рождения, ну, просто, что год исполнить, вот, ну, как бы друг, старше буду, и все. В принципе-то, и все. Прибытие подкрепления будет еще неизвестно когда. Да. Итак. Больше мне это не пригодится. Вот карабин М1А1. Вот это видно. Это БШ. Не подведите меня! Это всего лишь разведка боем! Реальное нападение скоро начнется! Когда была еще разведка, прикиньте, ребят. Да, давайте посчитаем, найдите укрытие там химического огня. Давайте посмотрим, что у нас там тогда находится сейчас. Прищется как-нибудь. Дебункер. Добавим немножко взрыва, чтобы было более эпично смотрел. О!
Я не вижу ничего. Вот мы это оружие так и не попробовали. За всю игру давайте его попробуем. Это бар. Идите туда, сражайтесь. Вперед, вперед, вперед. Наверх нам уже не поднимется. Там все взорвалось. Там типа все взорвалось. Сюда нельзя. Вот тебе невозможно подняться. Это такое все. Так. Вроде слабенько, вроде сильненько. Решать вам. Но нам не нравится, я не знаю, почему вроде слабенько. Мне вообще тут все оружие практически нравятся. Но... Вот это, кстати, в первой будет поболее использоваться, вот эта вот винтовочка, ну, как первая миссия, по-моему, даже с ней. Может, я не буду спойлерить, я ее тоже буду в скором времени проходить, в скором времени. Вот. Конечно. Блин, конечно, вы что думали, нафиг? Блин. Говно. Ну дайте мне хоть медпункт. А где у нас медпункт находится? Я не знаю, где медпункт. Ой-ой-ой-ой. Броневик, что, блин? Да шо, не такие метки, это нахрен, я не знаю, что мне делать, они просто берутся непонятно откуда, блин. И а нахрен, и а понял, урод, и а, блин. Слушай, ну, блин, ну лучше, чем у меня получается. По-немецкому тут вот сюда. И-а! Что говоришь, мужикам адекапан? Что там закончилось? Два броневика или, по-моему? Где броневик-то, а? Далековато будет, ну, то есть броневики не слишком далеко. Ну ничего, мы сейчас установили сюда взрывчаточку и все. Короче, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ха-ха, у него водила бессмертный-то. Я-я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 . Да шо, блин, надо заделать мне? Чуть подальше дальше, давайте кинем. Такие, теперь мы такие бежим, да. Такие бежим, вообще пули-пули. А, везде пули, ничего не понимаем. Чуть-чуть, где что вообще происходит? А, Чунгачкук, что ли, да? Ну да, Чунгачкука. Так, сейчас все будет гораздо легче без броневиков. Все будет легче без броневиков, точнее броневиков, блин, говорю. Броневиков. Так. Запад. Понятно. Да что ли? Ну, одного запинал, другого убил, а? Не помню, что тут должно быть. Три. Ну да, броневик-то здесь. Прям нога. Все сдохли, но все равно его можно взорвать. Я не думаю, что тут мост. Тут не помню. По-моему, так нельзя, но чтобы немцы прям вот, другой не взял на пулемет, все, по-моему, так нельзя. Ну, как-то они уже на другую сторону пришли. Да, вот тут. Блин, я своего убил! Ну я лох просто какой-то. Да. Опять мне, наверное, голос будет смешно на видео. На самом деле, мне вообще нормальный голос, мой естественный. Почему-то у этого. Так, яйца стало больно. Бедного мужика прям в яйца попал. Ну ладно, мужик.
мне все равно не пригодится. Смок! Смоки. Смок. Смоук, блин. Супер! Классно! 5 минут! Да! Подкрепление уже в пути! Расчетное время прибытия 5 минут! Точнее, 4 минуты 45 секунд. Нож. Я вообще убил своего. Я предатель. Артиллерийский огонь. Ой, подумаешь. 4 минуты ждать осталось. 4 минуты. 4 минуты. 5 минут. Знакомая. ДНД. Вспоминайте, ребят. ДНД. Так что наш Тейлор уже этот, как фильм вспоминал. Что за звуки такие странные? Я не понял. Я еще не... Просто, по-моему, там танк едет. Либо мне показаться, либо там танк едет. Они пошли на прорыв. Держись! Дайте я сяду вот сюда скорее! А, блин! В северном склоне, да ладно. Пошел нахер! Что? Сквозь него пролечил? А, я... А, тут с выстрела! Какой-то миссии мы его не могли с выстрела взорвать. Я думаю, вы помните. Какой? Мы там, по-моему, 3 выстрела. Да, мы потом нам, там 3 выстрела надо было делать. Именно в такой же тигр, именно с такой. Именно с такой же пушки. Ну, пожалуйста, вы не вообще не тогда чего-то. Я буду здесь стоять, ребята. Может, мне кто-нибудь типа на помощь там придет? Нет. А, что мне правильно на. О, один пришел. Кто-то у нас. Уэст и Майкл, ну ладно. Что-то, ребята, что-то сегодня, видимо, не проснулись еще. Мы так на войне! Опять странные звуки какие-то. Тигры, по-моему. Мне, по-моему, кажется, что 2 выстрела все же просто... Смотрите, какое количество трупов. Тут просто море. Ребята обоссались, как увидели, что у меня в руках. Ой, в разные стороны тут же. Чё там достаешь-то, а? По чистых. Я не ошибся! Первый выстрел, естественно, никуда. Может, просто он входит, но... Да, он входит просто. Просто. Вот и все. Вы реально посмотрите, сколько тут трупов, это не мерим, просто. Можно сразу картину нарисовать, пригласить художника. Да, пригласить художника было бы замечательно. И фотограф. Мы бы с ребятками сфотографировались. А, да, чем-то я. Он нас же сейчас воет. Гранату! Да что там еще один, что ли? Нихера себе! А что так шибко-то? Это где я еще только первый танк дал, что ли, да. Это где я иду уничтожать второй танк? Так, я так чувствую, мне сейчас не дадут спокойно уничтожить. Его можно и так, конечно же, взорвать. Но... Ребята, обороняйте меня тогда. О, с первого раза. Значит, я промахивался все же. Так, теперь мы знаем, куда нам вообще не надо идти, как бы.
Господи, так бочинку мне прикроем, да, с бочечками. Ну прикрыли нафиг, да, ничего не скажу. Наши ребята должны просто выжить. Я им категорически запрещаю умирать, противопоказано дефицитом питания рам. Так. А, точно, здесь же мне начали смущать такие звуки, так. Больно, да? Ой, что же там с тобой? Яички больно, да? Ничем не могу помочь. Тоже остался? Такая стрельба прекратилась. Что, спрятался? Блин, ну что, косой такой? Бар. Вы посмотрите, какое тут количество трупов. Я столько в Call of Duty никогда не видел. Капец какой-то! Ну, конечно, что в Red Оркестре не пропадают. Я в Red Оркестре не представляю, сколько бы их было тогда. Если уж какой-то там Call of Duty, ну... Но... больше тут все это точно только на одних NPC-шках. Смотрите, что там у нас такое. Знаете, меня так еще убили. Хотя они сейчас, по-моему, очень... Обычно отступают, а вы что думали? Они всегда у нас отступают. Вы что, забыли, ребят? Я могу сказать точно, какие самолеты, но... А где же попаду? Ангелы-хранители Макловский. Мустанг Р-51, они слишком не торопились. Мы сделали это. Мустанг. 51-й, ребят, так что кому интересно, как это был самолет. А, тут мне прикалывается. Ну, в общем, давайте заканчивать, ребята. Всем пока, с вами был Орвар. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. До встречи.